Привет, друзья! Пока у нас не наступил сезон окрошки, давайте с вами сегодня приготовим очень вкусные горячие щи с квашеной капустой. Готовятся они быстро, просто, получается невероятно вкусно. Кто-то назовет это борщом, но я сразу хочу сказать, что борщ я готовлю всегда со свеклой и с томатной пастой. Щи я буду готовить на курином бульоне. Куриный бульон я уже сварила, и он у меня кипит. Для начала мелким кубиком нарезаем репчатый лук. Лук я подготовила. А на крупной терке натру морковь. Морковь я подготовила. На предварительно разогретую сковородку наливаю немного растительного масла. Добавляю сюда ложку утиного жира. Как жир растопится, добавляю репчатый лук. Обжарю лук примерно 2-3 минутки. Далее добавляю морковь. Обжариваю лук и морковь до слегка золотистого цвета, помешивая. Ну вот, овощи у меня обжарились. Я их отставляю и нарезаю картофель. Пока нарезать буду картофель, ставлю на плиту кастрюлю с бульоном и дам бульону закипеть. Картофель буду нарезать небольшим кубиком. Картофель я подготовила и теперь его отправляю в бульон. Отправляю картофель в бульон и отвариваю до готовности. Картофель сварился, теперь в картофель я отправляю обжаренные овощи. Это морковь с луком. Проварю картофель вместе с овощами пару минут и добавлю затем капусту. Теперь время добавить капусту. Вначале я добавляю квашеную капусту. Здесь у меня, как видите, немного рассола. Также сюда добавляю немного свежей капусты. Потому что у меня не все домочадцы, к сожалению, любят очень кислые щи. Поэтому я всегда разбавляю кислую капусту со свежей. Перемешиваю. Добавлю сюда лавровый листик, дам закипеть и с момента закипания проварю в течение 5-6 минут. Мы любим, чтобы капуста у нас была слегка альденте, то есть она немного хрустела. Итак, щи закипели. Теперь я сюда добавляю соль по вкусу, черный молотый перец, тоже по вкусу. Перемешаю, уменьшаю нагрев плиты и оставляю, чтобы щи у меня доварились. Готовые щи посыпаю мелко резаной зеленью укропа и петрушки. Дам прокипеть одну минутку, далее снимаю с плиты и подаю к столу. А подавать сегодня щи я буду с зеленым луком и ржаным хлебом. При желании можно добавить сметану. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. И не забудьте подписаться на мой основной канал. Вам там будет интересно. А вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте, и все у вас получится. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока.